Новейшие технологии будут применяться и в тверской медицине. В клинической больнице скорой медицинской помощи в Твери установили новое оборудование – видеоэндоскопическую стойку с расширенными возможностями диагностики и выполнения малоинвазивных операций на желудочно-кишечном тракте. Тему продолжит наш корреспондент. Новое оборудование – это современная и многофункциональная видеоэндоскопическая стойка. Благодаря устройству можно на ранней стадии обнаруживать онкозаболевания, а еще прогнозировать развитие патологии, которые появляются при повреждении слизистой оболочки. Это оборудование, оно имеет узкоспектральные режимы, которые не имело оборудование предыдущего поколения. Поэтому высокоточная диагностика ранних раков желудочно-кишечного тракта, она, конечно, проводилась, но была невозможна на мировом уровне. Сейчас можно просто сказать, что город Тверь, больница скорой помощи, находится просто на уровне всего мира. Стойка укомплектована эндо-УЗИ. Это уникальный метод эндоскопической диагностики, во время которого производится внутрипросветное УЗИ-исследование стенок органа, а также прилежащих к нему анатомических структур и тканей. Здесь присутствуют и эндоскопы для осмотра верхних этажей желудочно-кишечного тракта, гастроскоп, дуоденоскоп, ультразвуковой эндоскоп и присутствуют также современные колоноскопы. Это оборудование позволяет проводить на более высоком точном уровне, современном, как диагностику и новообразований различных, так и их оперативное лечение. А в октябре для больницы закупили наркозные аппараты нового поколения. Техника предназначена для непрерывной и максимально безопасной низкопоточной анестезии. Благодаря этому в учреждении ввели еще одну, девятую по счету, экстренную операционную. Здесь принимают пациентов с тяжелыми сочетанными травмами. Здесь новая наркозно-дыхательная аппаратура, отвечающий всем современным требованиям, рентген-аппарат, позволяющий выполнять снимки в разных проекциях. Самое главное, что эта операционная соответствует всем стандартам, санпинам современным. Она большая по площади. И операционный стол стоит по центру зала, и подход к пациенту, он оптимален, может быть осуществлен со всех сторон. Как поясняет Юрий Павлов, новая операционная предназначена не только для выполнения оперативных вмешательств, а создана для того, чтобы диагностировать и оказывать реанимационные мероприятия. К слову, новая эндоскопическая стойка – это один из элементов операционной. Там есть аргоноплазменная коагуляция, которая является золотым стандартом восстановки кровотечений, любых кровотечений внутрипросветных, желудочно-кишечный тракт, внутрибрюшных. Она будет широко использоваться, этой операционной. По поручению губернатора Игоря Рудени в Тверской области укрепляется материально-техническая база учреждений здравоохранения. По мнению главы региона, это позволяет не только повысить качество специализированной медпомощи жителям региона, но и привлекать в больницы, поликлиники области молодых специалистов.